Здравствуйте, уважаемые товарищи. Действие первое. Заходим и выгоняем ИСИ из своего ПКП. Примечание. ПКП стоит в бункере. На базе стоит купленный готовый ПКП. Выгнали ИСИ, бросили как попало. Побежали. Важный момент, не используем личный транспорт. Либо пользуемся транспортом шефа, либо угоняем транспорт NPC. Свои автомобили или всякие опрессоры и прочую хуету не используем. Бежим. На базу. Второй важный момент. Если делать глич на базе и на базе в это же время будет находиться Avenger, то будет шляпа. Ничего не получится. Будет вечный экран загрузки. Поэтому прежде чем делать глич, после выхода из бункера и входа в базу в этом интервале вы просто отзываете Avenger из базы. Отзываем Avenger, крупный транспорт, Avenger, запросить. Он не должен находиться на базе во время глича. Не делайте это раньше, не делайте это позже. Есть определенная пауза между вызовом Avenger. Вызывайте его сейчас. Вот он вызовет. База пустая, на ней стоит БТР. ИСИ выгнан и находится в бункере. Выгнан из ПКП. Все готово. Очень важный момент с таймингом и последовательностью нажатия кнопок. Как только сели в БТР, сидите на месте водилы, механика водителя слева. Соответственно, чтобы все сработало, стрелка вправо и кнопка газа. Вот эти две кнопки используйте. Сначала нажимаете и держите зажатой стрелку вправо. Через четверть секунды примерно нажимаете и удерживаете кнопку газа. И держите две кнопки, стрелка вправо и газ, до тех пор, пока вас не выкинет и вы не очутитесь на улице на ногах. Итак, сели на место вехвода. Готовы. Стрелка, газ. Аллилуйя. Все, дальше остается только вернуться на том транспорте, на котором прибыли. Еще раз, это может быть транспорт шефа, но никак не личный. Вернулись к себе в бункер, отогнали ИСИ в жопу ПКП, согласились на войну. Все, всем удачных гличей.